Петриковская роспись в часовне. В Мариуполе появится храм в национальном стиле. Это первая в Донецкой области церковь, которую украсят украинским орнаментом. Узоры будут на фасаде и внутри здания. После этого художники приступят к иконописи. Эскизы и графики для этой часовни создавали по примеру Полтавского краеведческого музея. Корреспонденты UATV первыми увидели, как на фасаде расцветают цветы и зреют гроздья винограда. Синий цвет. Пришлось добавить и немножечко фонового цвета, вот такой вот он светлый. Вот, например, такой в оранжевый добавился розовый. Марина Черепченко смешивает краски, чтобы они подружились. Говорит, тогда орнамент будет солнечным и теплым. Прежде чем начать рисовать, художники работали над эскизами и графиками. Потом подготавливали храм, наносили наброски карандашом. Снаружи будет такое орнаментальное украшение. Там сзади будет у нас ангел-хранитель, который сейчас в разработке, крест. Вот. И внутри также мы будем придерживаться этого же стиля украинского модерна. Внутри будут три ростовые иконы. И среди людей, которые здесь приходят, мы видим... Украинский орнамент рисуют снизу вверх. Работа непростая, говорят художники. Расписывают храм на 4-метровой высоте. У каждого мастера страховочный пояс. Вокруг арочных окон и входа уже расцвели полевые цветы и поспел виноград. Последним этапом работы будет создание икон внутри храма. Отец Сергий уже благословил нас на эту работу, но с Божьей помощью мы действительно, я придерживаюсь определенного поведения во время этой работы. Да, я считаю, что душа должна быть чистой, открытой, светлой, потому что все душевные движения художника переносятся на его работу. Посередине обов'язково буде спаситель. Посередине будет спаситель, икона спасителя, чтобы люди зашли, могли помолиться. Справа будет икона Пресвятой Богородицы, дальше святого Николая Чудотворца. Идея создать в Мариуполе храм-часовню с орнаментами в украинском народном стиле принадлежит архиепископу Донецкому и Мариупольскому Сергию. Он родом из Енакиева, жил в Донецке. Рассказывает, когда началась оккупация, покинул город. Вместе с ним выехали еще 18 священников. Они проводят службы на украинском языке и помогают военнослужащим на передовой. Уникальная часовня в Мариуполе – мечта архиепископа. Идея построить именно здесь часовню возникла у меня тогда, когда люди приходили и говорили: мы хотели бы, когда идем на работу или когда дети идут наши в школу, чтобы можно было зайти, взять благословение, поставить за здравие свечку. Вот мы и построили такую часовню. Уникальную роспись часовни в честь святой мученицы Марианны планируют закончить в конце сентября, а затем храм осветят. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь. UATV.